Спасибо огромное, мужчина. Как тебя зовут? Меня Тимофей зовут. Вот сейчас просто, ну, в ход подняли вопрос о том, что люди и люди молодого поколения твоего сидят в интернете, в компьютере и вообще больше ничего не умеют делать. Это правда? Нет. А что вы еще можете? Ну, кроме вот того, что я вот смотрю, у меня у соседей, там вот ребята твоего возраста, вот они сидят только и в игрушки в эти в интернет играют. Что вы можете? Ну, мы умеем танцевать. Ты сказал, мы умеем танцевать. То есть ты не один, что ли, пришел? Ну, да. Ну, попробуем. Давайте. Ну, зови друзей тогда. Что происходит вообще в Питере? Какой-то постоянный стресс небольшой. Поехали! Лафан, ты зажигай, гай, гай. Здесь девушки на огонь, и ночь пройдет. Гуляем через край, рай, рай. Здесь наша никогда не пропадет. Моя душа огонь, она как вольный ветер. И все же не богат моих друзей псих. Мы любим зажигать, мы в танце словно дети. А этот неплохой и простенький мотив. Потому ты зажигай, гай, гай. Здесь девушки огонь, и ночь пройдет. Гуляем через край, край, край. Здесь наша никогда не пропадет. Качает низкий бит, бит, бит. Девчонка, невозможно устоять. Вот это славный хит, хит, хит. Что только от любви лишь умирать. Посвященная земля, над нею кружат шатры. В Нью-Йорке и Москве, в Париже, в Астане. Идет новый герой, выигрывая плату. Чужой в своей стране. А там ты зажигай, гай, гай. Здесь девушки огонь, и ночь пройдет. Гуляем через край, край, край. Здесь наша никогда не пропадет. Качает низкий бит, бит, бит. Девчонка, невозможно устоять. Вот это славный хит, хит, хит. Что только от любви лишь умирать. Из простых домов, из самых шестых улиц. Вот так. Спасибо огромное.